Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новое видео, и сегодня мы с вами поедем в магазин Оби, посмотрим немножечко цветочков всяких разных. Не знаю, там, наверное, в магазине немножко поснимаю, в общем, как получится. Но перед этим я хочу вам показать свой заказ с магазина Яндекс.Маркет. На самом деле, почему именно оттуда? Потому что мои мальчики, сыночки, попросили им заказать вот такие вот чехлы прикольные. Тоже вам покажу. Смотрите, какие классные. Тут у меня уже наклейку всякую наклеил. Младший сынок. В общем, вот такие с подставками. Классные чехлы. Я вам тоже оставлю на них ссылки. Они такие прям добротный пластик сделан. Я думаю, что прослужит им очень долго. А здесь вот такое вот колечко. И вот эта вот часть магнитная. Смотрите. Оп. Вот. И старший сын у меня попросил, чтобы ходить в школу и вставлять вот сюда карточку, чтобы она не терялась, вот эта карточка, ну, которая они проходят, проходка это, да, в общем, проходят в школу по карте. Ну, естественно, там покупают обед или что-то такое тоже по этой карте. Ну, плюс просто прозрачные вот такой вот классные чехлы. В общем, они мне попросили купить им чехлы. Скинули мне ссылку на Яндекс.Маркете. Вот, там, кстати, много всяких разных чехлов, и на мой телефон тоже есть классные. В общем, я так там посмотрела. Ну и что вы думаете? На этом у меня все закончилось? Конечно же, нет. Следующий раздел, в который я зашла, это разделы товара для животных. Вообще, корма для животных на Яндекс.Маркете дешевле, чем обычно я их покупаю. Я тоже сделала заказ кормов для животных и обязательно покажу вам, что я там заказала, что очень выгодно покупать. Единственное, что корма для животных, вот у кого есть хвостики, я вам очень рекомендую. Именно на Яндекс.Маркете они есть, потому что я раньше часто покупала, и мой ветеринар за такую вкусняшку. Он вообще все время говорит, что вот эти вкусняшечки, которые мы покупаем животных, это как бы безобидно. Но первое, на красители может быть аллергия, а второе, можно перекормить. И получается, что вы как бы и вкусняшки даете, и просто кормите, и то есть животное начнет полнеть. Но есть одна вкусняшка, назовем ее так, я вам на нее ссылку тоже оставлю. Их там несколько видов на Яндекс.Маркете. Я раньше покупала просто в магазине, и потом пропали. Это кожа рыбы. Я покупала раньше кожу трески всегда, а сейчас посмотрела, что там... То есть сушеная кожа рыбы, просто обычная сушеная кожа рыбы, она очень полезна. И ветеринар у меня всегда говорит, что вот это самое лучшее, что вы можете дать собаке. Так что я вам ссылку оставлю, тоже покажу. Я тоже своим закажу, еще пока не заказала. И по цене. Я покупала намного дороже раньше. Вот. Кто любит моего Каспера? Прям порадуйтесь за него. Эта покупка прям для него. Для моего миленького рыженького котика. Я купила вот такую вот поилку для животных. Давно я на самом деле на нее смотрела. Я заказала, правда, в сером вот таком цвете. Во-первых, все приходит очень хорошо упаковано. Здесь еще была такая пленка пупырчатая. В общем, все это было хорошенечко упаковано. Здесь вот инструкция, соответственно, все на месте. Я ее включу, вам тоже покажу, потому что уже налила воду сюда. Сейчас тут проводочек подключается. И, в общем, вот такая вот. Единственное, что Бонни, конечно, у меня, то есть, ну, большой собаки, вот из этого резервуара достаточно... Ну, то есть мало, у нее язык сюда не помещается. Вот, а вот такой вот у меня будет фонтанчик. Видите, я налила воду, и здесь еще есть фильтр. Причем фильтры эти сменные, короче, супер штучка. Купила я ее за 1000 с небольшим. Я считаю, что это очень недорого. Вот, и, соответственно, порадовала своих хвостиков. Но я же на этом не остановилась. Я еще купила вот такой коврик для мисочек. Девочки, прикольный коврик. Я его помою, сейчас положу. Единственное, что он был вот так вот скручен, поэтому немножечко помят. Это я своей собачке Джуси под миски, потому что она, ну, пачкает вокруг. У нее миски просто у меня на полу стоят. А так она будет кушать все это дело на коврике. Такое сердечко, две лапки. Мило, скажите. Короче, я не могла оставиться равнодушным к этому. И самое... Клевая покупка, которую я вам хочу показать. Это, наверное, следующий раздел после раздела
товаров для животных, в которые я обязательно захожу. Тоже смотрю, это все для дома. Точнее, посуда. Точнее, кружки. Сейчас я вам покажу. Вы это видите? Вот я подношу прямо к лицу. Поднесла прямо к лицу. Смотрите, какая. Какая она огромная, девочки. Это круто. Это дулевский фарфор. Вот такая идет коробка. Она была запакована в обычную полиэтилен, да? Потом в пупырчатую бумагу. И внутри тоже все было... Сейчас я вам покажу. Я просто вскрыла на пункте выдачи. На пункте выдачи можно оплатить онлайн, а можно, соответственно, вот я так сделала с кружкой. То есть я ее заказала, пришла, посмотрела, что все с ней хорошо, она не побита, ничего. И вот внутри все было вот так вот пупырчатой бумажечкой, все было завернуто. Я выбирала между вот этой кружкой, которая вот здесь, вот, я вам тоже на нее ссылку оставлю, и зеленой. Смотрите, какие. Вы смотрите. Я вам оставлю ссылочки, девочки, на вот эту вот кружку. Кружка 600, правильно называется, бокал с блюдцем. 600 миллилитров. 600 миллилитров, девочки. Это просто, это мой размер. Во-первых, блюдце само. Вы это видите? Девочки, посмотрите, какая прелесть. И кружка. Я вот люблю чай пить, да? Так, десертик. Положу сюда пару кусочков. Супер, смотрите. И как этот узор такой очень классный. Я не могу. Смотрите, ну вот эта прелесть. Просто прелесть прелестная. В общем, вот такие вот у меня были небольшие покупки. Я еще заказала, как вам сказала, карман. Оставлю вам ссылки вот на эти кружки. Вот это еще очень красивая кружечка. Она тоже 600 миллилитров. Она такая прям весенняя-весенняя. Но я не знаю, почему мне захотелось именно зелененькую себе приобрести. А это прям весенняя. А есть еще такая, видите, осенняя. Вот такую я что-то не видела. Но вот на эту тоже оставлю. В общем, кружки, всякие товары для дома. Очень много всяких ваз красивых. Всего остального. В общем, я подсела, девочки. Вот, ссылочки вам оставлю. Давайте сейчас включу поилку. Покажу, как она работает. И потом мы с вами поедем в воду. В общем, вот так вот я навела тут красоту. Это уголочек, где кушает у меня Джусенька. В общем, не знаю, потом хочу заснять вам, показать, как пьют отсюда мои животные. Но пока просто навела красоту, можно так выразиться. Вот. Ну и здесь мы уже с вами в обе поехали. Я туда на самом деле просто погулять. Тут у меня... Это меня поснимал мой сынок. Я очень серьезная женщина вообще. В общем, походила, посмотрела, что есть интересного. Ну, из такого для сада-огорода там еще мало что, поэтому прошлась я по комнатным цветам. Ну, цены... Вы знаете, по ценам в обе, что я могу сказать? Есть некоторые позиции, которые дешевле купить, например, малышей на Авито. Есть некоторые позиции, которые все-таки дешевле купить в обе. Поэтому нужно как бы... Ну, я любитель цветов, поэтому в моем случае нужно как бы, знаете, прошаривать все цены и приобретать и там, и там. Вот так вот. Ну, в принципе, мне кажется, со всеми позициями, не только с цветами, но и с продуктами, не только, везде как бы можно найти выгодные предложения, скажем так. В общем, я тут порелаксировала. На самом деле, это уже получается после 8 марта, я думала, будет какой-то большой завоз всяких цветочков разных, и комнатных, и уличных, и, может быть, думала, розы какие-то, еще что-то. Но на самом деле завоз не такой уж и большой был. Вот в обе, которые езжу я, обычно здесь очень... Смотрите, кстати, какой кактус. А здесь обычно здесь очень большой ассортимент различных цветов, то есть и в том числе и комнатных, и уличных различных растений. Очень у нас очень большой ассортимент. Просто я была как-то в других хобби, не помню, по какому адресу был, ну, этих магазинов у нас по Питеру достаточно много, и там был не такой ассортимент, то есть более такой... Победнее, я бы сказала. У нас очень много различных комнатных растений. И что самое интересное, можно купить малышей.
То есть стоят как взрослые растения, уже достаточно дорогостоящие, да, так и малыши их. И вот я обычно покупаю малышей. И обратила внимание, что не только я это делаю, но и многие именно, знаете, на охоту выходят. Тут немножечко вам поснимала, выставили садовую мебель. Но я думаю, что завоз уже садовых растений потихонечку уже будет, рассады там всяких цветочков. Так что сезон начинается, мы уже с вами не один раз сюда приедем и тоже для вас буду снимать. Я обычно рассады, в том числе и петунью, приобретаю, и помидоры в этом году буду приобретать, потому что рассаду я не сажала, так как огородик у меня маленький, честно говоря, не очень вижу смысла. Смотрите, какая прелесть. Кстати, в садах очень классно смотрятся вот такие деревья, то есть на улице. У нас здесь у одних есть несколько деревцев таких, стоят вдоль дорожки, да, вот этих светящихся. Цена, конечно, да, но что делать. И выглядит это очень красиво, кстати. Вот всякая, видите, садовая мебель тоже, которую можно самим покрасить и так далее. В общем, потихонечку тут расставляют всякую красоту. Очень люблю я все вот эти садовые штуки. Я не знаю, не могу пройти мимо, качельки тут вот такие тоже. Но больше всего ассортимента будет уже ближе к лету. А осенью обычно уже распродают все это дело. Ну, естественно, решила посмотреть еще всякие удобрения и так далее. Что-то в этот раз с удобрениями было не так уж большого выбора. Я хотела там перлит, вермикулит, вот это все приобрести. Но что-то ничего не было. Это у нас бегонии. Бегонии – это королевские. На самом деле у меня есть две такие бегонии. Вот одна такая же. Вот такая же. И я ее покупала осенью за 200 там с чем-то рублей. И вот эта бегония, она у меня, короче, сбросила все листья, несмотря на то, что стоит рядом с увлажнителем. И после этого стала обрастать новенькими листьями. Но некоторые то сохнут, то не сохнут. А стоит прямо рядом с увлажнителем. Смотрите, какой цветок. Мне он так, кстати, нравится. Тоже тут немножко показываю цены. И вот мои покупки. Как я могу уйти без покупок? Я не знаю. Сейчас вам дома все покажу, все, что приобрела. Всем снова привет, девочки. Давайте я вам покажу свои покупки с обе. На самом деле я сейчас снимаю спустя 3 дня. Одела свой микрофончик. Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Не стала снимать вот эту штуку. Как хвостику зайчика похож. Потому что шуршания очень слышные. Ну, там всякие. Я снимаю. Почему я об этом говорю? Потому что я не остановилась на покупках обе. Конечно же, естественно. Как могло быть иначе? Так, цветочки сейчас покажу. Еще я не купила. Я вообще ехала в обе, собиралась купить горшки, чтобы сейчас весной некоторые цветы мне нужно пересадить. Купила 20 литров земли, но не нашла в обе ни вермикулит, перлит и тому подобное. Вот эти все добавки, которые я обычно добавляю, не знаю, куда они там делись. Может быть, их переложили, я не нашла. Но, в общем, как всегда. Значит, по поводу того, чтобы я засняла, в принципе, все свои цветы, которые есть, они в основном вот в этой комнате, то есть они, так сказать, у меня в одном помещении распределены, потому что круто, потому что я хочу, чтобы это помещение было как раз-таки все такое зеленое, тра-ля-ля, тополя. Вы поняли. У меня есть план, девочки, план отличный. Я собираюсь заснять вначале уборку, как я здесь убираюсь, то есть с мытьем окон, подоконников, потому что мне на самом деле это нужно сделать, и мне нужно это сделать перед маем месяцем, потому что с мая у меня пойдет участок, надо будет прибираться, какой-то огородик и так далее и тому подобное. Когда я говорю огород, девочки, огород — это, ну, не прямо огород. Ну, это маленький такой кусочек, у меня маленькая тепличка, маленький там огородик, где я там чуть-чуть чего-то сажаю. То есть не думайте, что у меня там поле картошки, не-не-не, нет. Так, значит, вот я собираюсь заснять вот эту уборку вместе с вами.
И потом рассказать про все цветы, которые у меня есть. Потому что у меня есть новинки, которые вы не видели. Это точно они есть. Какие именно, я, честно говоря, уже не помню. Но проблема-то сейчас заключается в том, что я еще решила на эту весну затеять ремонт в детской комнате. Точнее, как? Я все это дело замутила. Своих мужчин подсобрала и сказала, что все, надо делать ремонт. Ну, я же не буду делать ремонт. Я не буду делать ремонт. Ну, лично я. Максимум я там помою все, наверное, и все. Ну, шторы постираю, пледы там, все такое. Короче, озадачила мужчин. Вот мы с мужем, для понимания, чуть-чуть поболтаю с вами, для понимания, за всю нашу семейную жизнь мы сделали однажды ремонт в квартире, в которой жили, и потом построили с ним дом. Мы ни разу не ругались на тему, я не знаю, ремонта в целом. Вообще никогда не ругались. Мы как-то вот слаженно всегда было в этом плане. Я всегда удивлялась, ну как люди там до развода доходят, у них ремонт. Ремонт это же так здорово. Ну, мне так казалось. Ну и что вы думаете? Вчера мы с ним поругались. Ну как, мы с ним так ругаемся, не знаю. Мне кажется, чем дольше люди живут вместе, тем менее у них каких-то вот таких конфликтных ситуаций. Ну так повздорили. Потому что дети у меня хотят одно, муж хочет другое. А я как бы, я так вообще третья, но я встала на сторону детей, потому что я говорю, ну тебе-то какая разница, что они там хотят? Вот пусть будет так, как им хочется, правильно? Ведь они же там живут. Он вообще практически туда не заходит к ним в комнату. И я, в принципе, тоже там пол помою, да и все. Ну, в общем. Короче, не знаю, что будет с ремонтом, но ремонт вам поснимаю. Должно быть классно то, что они в итоге там понапридумывали вчера. Вот, не знаю, как они все это осуществят. Но я замутила. Я прямо их такая, давайте мы здесь сделаем мы это, то. А сама такая, ну как. Ну, я им блинчики напеку, пирожки какие-нибудь, пока не буду делать ремонт, девочки. Это вот. В общем, я их купила 3 дня тому назад. И вот они у меня так до сих пор стоят. Я на них смотрю. Обычно я покупаю, приношу, пересаживаю сразу же. И там осматриваю их, там мою им листочки и тому подобное. И куда-то ставлю, потом уже только расставляю и так далее. Я смотрю на них, думаю, блин. Ну ладно, будем считать, что они стоят у меня на карантине. Первый цветок я его очень давно хотела себе приобрести. Как-то даже смотрела на Авито, но что-то где-то вот у меня пошло не так. Это сейчас вот так, вопрос о том, вкладываюсь ли я в семейный бюджет. Конечно, вкладываюсь. Вот оно, мое вложение. Так, значит, горшочки. Я покупала вот такие горшочки, но я же еще и новые цветы купила, поэтому мне горшочков мало. Придется ехать еще раз. Но я в любом случае еще буду ездить в ленту, потому что я в ленте буду покупать рассаду цветов в том числе. Милый котик пришел мне помогать. Так, стоило 990 рублей Маранта Фасцинатор Триколор. Ну, многие, наверное, знают. Но мне так нравится. Мне вот эти листики, вот эти вот, напоминают жучков. Я не знаю, почему. Но почему-то у меня такие ассоциации с жучками. Классная Маранта вот это вот. Давно хотела, я еще хочу такие зеленые с черными такими пятнами, прикольно. Вот. К вопросу Маранты. Значит, 999 рублей, но это недорого, потому что я как-то по осени тоже видела в Оби вот эту Маранту, она вообще, по-моему, в районе 2000 стоила, но куст, правда, был побольше. Так, а вот эти горшочки, они что-то не более 200 рублей стоят. Я вот покупаю всегда одинаковый или, по крайней мере, вот такого цвета. И визуально у меня, ну, практически все цветы в таких горшках. Визуально нет вот этого шума. То есть разноцветные горшки я не люблю. И коричневые горшки я не очень люблю. Хотя у меня такие тоже есть. Так, про Маранту сказала. И, кстати, вот, я же хочу, там она была одна Маранта, один вид. Я хочу вот такую зеленую с черными такими пятнышками. Я стала смотреть на Авито. Вообще, вы часто напишите, часто ли покупаете? Я извиняюсь, у меня такое освещение. Я все, что можно было, включила, но у нас очень пасмурно на улице. В общем, часто ли вы покупаете что-либо на Авито? Я на самом деле редко. Но я еще в Оби смотрела Колотея. Мне не очень нравится. Мне очень нравится Колотея White. Но
Она стоила, она, во-первых, была полу такая погибшая, то есть я вот уверена была, что я ее принесу домой и что-то, и мне придется ее еще выхаживать, и стоила она 2200 или что-то такое там уже, честно говоря, не помню, но 2 с лишним тысячи. Я подумала, ну зачем такую ерунду покупать? В общем, стала смотреть на Авито, Маранкой тоже стала смотреть на Авито, и нашла у одной женщины, я как раз в том районе была по делам, вот на следующий день, то есть вечером смотрела, и увидела у нее клоте, которую я тоже хотела. И я думаю, ну вот это просто совпало. Она продавала ее за 350 рублей. Вот я у нее взяла. Смотрите, какая прелесть. Вот они мне так нравятся. Вот эти вот. Они когда разрастаются, они, кстати, очень красивым кустиком смотрятся. Смотрите, какая прелестная. А я хочу еще такую же, только white, с белыми такими прожилками. Ну, не прожилками, а, по-моему, каемочка такая беленькая здесь идет. Ну, в общем, классно, вот такую взяла. Я думаю, ну все, это вот сложилось, да, что и я в том районе нахожусь, и женщина там продает, и она сказала, вы можете в любое время, а я как раз час дня там была. Я говорю, вот я примерно в час дня буду вот в вашем районе. Она говорит, да, подходите, забирайте. Я приехала, забрала за 350 рублей, девочки. Огонь просто. Ну вот иногда бывает на Авито попадаются вот такие хорошие объявления, так что это покупка с Авито. Вот. Дальше, что я купила? Еще я купила, это я просто поставила в горшок, потому что поливала, и чтобы у меня тут стекло все вниз сюда. Так, вот эта прелесть, тоже мне она очень нравится. Правда, у меня уже тут... А, это у меня просто... Это кто-то пожевал, походу, его уже. Девочки, у меня коты постоянно жуют мои цветы. Бесит уже. Аспарагус. У меня есть мохнатенький такой, а это вот с такими листочками, смотрите. Прикольный, да? А мохнатый такой у меня большой есть. Короче, это другой вид. Ну, у меня есть аспарагус, но такого же у меня нет, знаете. 969 рублей он стоил. Вот такой вот прелесть прелестная. Надо все это дело пересаживать. Когда я буду это делать, я не знаю. Ну, будем считать, что они на карантине стоят. Так, еще папоротники. У меня стали в доме жить папоротники. Я вам потом покажу. Один папоротник прям у меня вот такой вот прям. Обычно у меня все папоротники погибали. Всегда. Я их приносила. Они мне так нравятся, папоротники. Вообще всякие-всякие разные, да. Я просто кайфую от этих цветов. Но они у меня не жили никогда. Сейчас вот живут. Поэтому папоротники тоже мое. Сейчас я тебя достану. Только он такой бедняга тут. Его точно надо срочно пересаживать. Тоже горшочек, в горшочке он стоял. Это Nephrolepis Plant Mix написано. Какой именно, я не знаю, стоил 329 рублей. Вот такой вот он бедолага. У меня есть похожий, но у этого листики другие. Вы поняли? Ну, вы понимаете, да? Ну, все цветанутые меня поймут. Я, кстати, такое выражение в интернете нашла, цветанутые. Вот вы меня все поймете. Он такой, видите, где-то поломанный. Но вот здесь вот уже есть новая ваечка. Вот я всегда, когда беру такие уцененные цветы, но это не совсем уцененные, там они все стояли по 329, и не в отделе, где уцененные, а просто в отделе, где папоротники. Так вот, все такие уцененные, я всегда смотрю вот сердцевинку. Если есть... Можно, кстати, из горшка вытащить, посмотреть корни, но его было не вытащить. Я всегда смотрю вот так вот внутри, если есть новые, появляются новые листочки, новые ваечки, ну, значит, можно брать. Вот это все в любом случае можно обрезать, а новенькие пойдут, и будет такой красавец. Он, видите, такой, как кудрявенький такой, прикольный. В общем, 329 рублей надо брать. Так, дальше... Я приобрела вот такую тоже прелесть, прелестную. Мне тоже нравятся эти цветы. Опа, сейчас я вот тоже из горшочка достану. Тоже, ну, вот эти горшки я еще набрала. Но я набрала не так много. Я взяла 2 больших и 3, по-моему, 3 вот таких я взяла. Куда-то я уже один делала. Да, 3 вот таких вот. И 2 больших побольше. Надо еще. Они, кстати, вот эти горшки еще в ленте. Вот именно вот такие вот плетеные, они еще в ленте продаются. Так, Peperomia Raindrop, 569 рублей, вот такая, смотрите. У меня, кстати, нету, по-моему, нет, у меня нету Peperomia, у меня вообще ни одной нету. Но мне так нравится, они как эти, как болотные такие листочки, да, выглядят прикольно.
569 рублей. В общем, вот такая вот прелесть. Пересажу его в этот же горшочек. Форма листика мне очень нравится. Такая зелененькая, классная. Классная. Я их нюхаю, кстати, тоже цветы даже обычно. Не бывает. Вот, вот эти горшочки, кстати, прикольные. Они еще, они, во-первых, недорогие. Если у вас много цветов, то можно их приобрести. К ним еще поддончики идут в комплекте. Правда, у меня грязный какой-то поддончик. Так, и купила еще вот такого маленького малыша. Платицериум бифуркатум. 469 рублей. Вообще, вот эти вот цветы, это которые вот здесь вот нарастает такая коричневая штучка у них, они на самом деле очень дорогие. Чуть побольше размером стоял за 3, что ли, тысячи. Не помню. Я вставлю вам сюда картиночку. Я его фотографировала. Покажу. А это его малышка. Я думаю, что она у меня выживет. И тем более здесь тоже вот, видите, новенький листочек появляется. И я думаю, что будет супер. И поехала я в Оби. У меня сестричка моя тоже очень любит цветы. И как раз перед тем, как поехать, я с ней разговаривала по телефону. Она такая: напиши мне там, если что-то увидишь прикольного. Короче, в общем, я ей там тоже фоткала цветы. Она меня попросила купить ей вот такой цветок. Это у нас Асплениум Осака. Это же тоже папоротник вроде бы, да? Я, честное слово, не помню. Но он на самом деле прикольный. У меня есть похожие, но немножко другие цветочки. Не знаю, вот я сейчас смотрю на него, мне он так нравится. Я думаю, что, может, надо было и себе взять. Или потом у нее кусочек как-то оторвать, да? Ну, мы с ней, кстати, обмениваемся цветами, то есть там какими-то кусочками и так далее. Она мне что-то привозит, я ей что-то. В общем, да, есть такая история. Тоже, видите, много новых ваек у нее. Вот такие вот. Стоил он 999 рублей тоже. Вот такой. Он еще так шуршит, да, так, когда трясутся такие. Ну, в общем, классно. Вот. В общем, вот такие вот у меня были покупки в Оби. Вот такие вот у меня планы на ближайшее время. Но цветами мне обязательно нужно заняться. Обязательно, даже не то, что до мая месяца. Наверное, до конца апреля мне обязательно нужно навести порядок в доме. Потому что ну вот май месяц и летом это будет... То есть мою большую часть моего времени будет уходить на заботу о саде. Саде-огороде. Но огород, он у меня маленький, девочка. Не думайте, что у меня так там поля. Ни в коем случае. Вот. В общем, вот такое вот у меня получилось видео. Надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным, что самое главное. Вообще, в Оби нужно ездить вот за такими маленькими малышками. И в основном за ними я и езжу. Потому что сами цветы там все время тысячу, ну, как вы видите, да, вот такие вот большие, тысяча и выше, ну, 999 рублей и выше. А вот таких малышей можно там всяких разных набрать, они подрастут и будут у вас стоить 1000 рублей. Ну, как-то так. Вот. В общем, на сегодня уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую, до новых встреч.